Так, ребята, хотел для вообще, чем этот отель хороший для любителей авиации? Вот посмотрите, наш отель находится как раз на том месте, где самолеты идут на посадку. Они буквально над нашей головой идут. Видите, вот сейчас аэробус А320 вот, заходит на посадку. Видите? И это будет на протяжении всего отдыха. Вот, вот, ребята, еще один, смотрите. Ой, это он и через каждые 3 километра летает. Не успеваю. Вот обратно, смотрите. Вот это уже аэробус А320. Все для любителей авиации. Ребята, вот еще один Boeing 737. Вот, смотрите. И вот так. И вот так. И еще один. Еще один. Вот, ребята, еще один. Один, ребята, SkyUp Boeing 737. Вот еще. И вот так. Вот так, ребята, у нас проходят вечера. Сейчас видите, 22:40. Вот, дети уже спят, жена пошла с кумой
пройтись. Дети спят, а у нас здесь продолжают летать самолеты. И сейчас я вам покажу. Вот мы выходим на балкон и видим, он, вы видите, на посадку идет самолет с включенными фарами. Вот, смотрите, видите, с включенными фарами летит Аэробуса 320. Вот, видите? Под наш балкон, там дети спят. Вот, а вот самолет. Вот так ребята у нас проходят дни, вечера и утро, и с самолетами, и ночью они тут летают, и как бы не мешают. Дети спят, это им вообще не мешает, как вы видите. Так что вот так вот и отдыхаем вместе с авиацией, которую любим. В общем, ребята, летит самолетом Boeing 737-800NG авиакомпании SkyUp. Вообще, я вам скажу, тут, наверное, процентов 30-40. В основном все самолеты летят с Киева. Вот. Очень много наших самолетов. Только что приземлился с Украины. Вот летит. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Это был самолет авиакомпании SkyUp. А это самолет Аэробус А321 авиакомпании Роза Ветров. Смотрим. Так, ребята, сейчас заметил такое время. Сейчас пик начинается. Сейчас 23:21 в Шарм-эль-Шейхе. Вот, уже три борта как бы приземлилось, я вам не заснял. Сейчас засниму то, что происходит. Если вы увидите, вот. Один борт летит. А320, сейчас мы его пойдем заснимем. Вот. За ним вот сразу летит 737, и тоже сразу третий борт, тоже в Шарм-эль-Шейх А320. А мы сейчас пойдем вот этот заснимем. Вот он уже к нам подлетает. Мы он синие такие, вот это. Вот это мы, вот это самолет. Так что пошлите, сейчас вам, сейчас покажу вам. Покажу самолет. Вот наш балкон.
Вот. Вон он уже летит. Вот то. Торговый центр, а вот тот самолет. Так, ребята, и сейчас будет лететь следующий 737, буквально за минуту. Ах, и да, весь наш отдых сопровождают приятные эмоции, звуки самолетов. Вот сейчас вот идет самолет «Роза ветров» из Киева, Аэробус А321. Уже выпустил шасси. Там пыли будут. Это тот борт, который белый. У него просто на хвосте обозначение, как бы, что это «Роза ветров», «Windrose». Я вам сейчас приближу. Вот, видите? И пошел на посадку. Между прочим, сейчас пока идем, как бы не прерывая видео, за ним вот через несколько минут будет на посадку заходить Международное авиалинии Украины, МАУ авиакомпания. Так что тоже посмотрим, Boeing 737. И вообще, пока вот идем по променаду, тема авиации, не знаю, иногда смешно звучит, вот, когда люди начинают писать по поводу того, что вот возьмем даже наш аэропорт, который находится за городом, там и до начало домов в юго-западном районе, там где-то около 2 километров. И говорят, что вот мы не сможем спать, эти самолеты, этот гул. Ребята, тут самолеты у вас над головой буквально, я не знаю, 500 метров раз проходят на посадку. Да, вот там на Напке чуть сильнее, там они идут на взлет. Как бы это вообще нету никаких неудобств. Днем, например, когда вот суета, вот эта вся как бы движуха, они когда пролетают, ты их даже и не замечаешь. То есть обычные люди даже и не замечают. Это такие, как я, которые помешаны на авиации, то да, они как бы там с ума сходят, и еще издалека я уже как бы слышу. И по ночам, например, они спать вообще не мешают. Вот у нас открытый балкон, да, их слышно. Ну, мне, например, слышно почему. Я этот звук, это для меня как, ну, я не знаю, я его постоянно слышу, это. А вот жена и дети, они вообще на это не обращают внимания. Так что просто, ну, смешно иногда слушать людей, которые говорят, что Черкасский аэропорт будет мешать жителям юго-западного района спать, там еще что-то. Это вы их слышать не будете, не то, что там вообще, ну. Это раньше, когда летали Ту-154, там, такие шумные самолеты. Сейчас же уже нормы уже давным-давно поменялись. Сейчас ограничения идут на шумы, на все. Сейчас новые двигатели стоят. Так что небо и земля. Как раньше было и как сейчас будет сейчас. Тем более Черкасский аэропорт хоть бы принимал один рейс в неделю для начала. Так что, ребята, не пишите бред. И вообще, ну, смешно просто иногда вот это читать. И, вот. Просто на примере вот Шарм-эль-Шейха. Кто будет, ну, обратите на это внимание, и вы поймете, что я имею в виду. Так, ну вот мы пришли на центральную улицу.
И да, ребята, сейчас вам хочу заодно показать. Вот идет самолет МАУ, международной авиалинии Украины. Так я и говорил. Видите, прошло буквально минуты три, и он уже идет на посадку. Сейчас вам я его засниму. Заодно. Боинг 737, авиакомпания МАУ, международные авиалинии Украины. Рейс Киев-Шарм-эль-Шейх. Он, между прочим, в основном этот рейс делает по утрам. Я его очень часто вижу. Это, я так понимаю, это даже не чартерный рейс, а, наверное, регулярный. Да, иногда, ребята, бывает, что они как бы, вот зачастую, я обращаю внимание, они уже идут как бы с выпущенным шасси. Вот. Но бывало такое, что попадалось, что как бы прям тут выпускали шасси. Очень красиво, конечно, застать как бы этот кадр, так что... А самолеты вам не мешали на отдыхе, скажите? Ні, навпаки. Дуже цікаво було. Потому что у нас... Я никогда в жизни так не бачила, чтобы над головой багато літаків летало. Ну, потому что у нас в Черкасах от люди говорят, что наш аэропорт будет мешать жителям юго-западного района. Ой, ничего им не будет мешать, слышно. И не так там сильно и будет, как ты. Ну, так начнем с того, что наш аэропорт вообще там за километр вообще находится от... Ну, тем паче. И над головой никто летать не будет. А вам самолеты как, мешали? Нет. Абсолютно. Нет, точно? Я кайф отримала. От самолетів чи що? Тетя Галя в нас, як завжди. Тетя Галя молодець. Аж... А по цене... А самолеты не мешают вот тут? Ну, как бы, нормально, да? Я не обращаю внимания вообще. Когда засыпаешь, может, один-два прилетит. Наоборот, приятно, что он летит. Не на тебя, да? Я просто вообще любитель авиации, то для меня так как вот, знаете, есть... Да, у меня как вот Skyup или Azure? Skyup 800. А, 800. Подсветка не была там такая неоновая? Да, она Лесниковая вылетела. Кстати, в том месяце только от Лесниковая. У вас, между прочим, я знаю, я делал видео за ваш аэропорт. Какой он был до, какой... Его, блин, нету, ничего нету. До его вообще не было. Не, просто там вообще была печальная ситуация. Там за 2-3 года полосу открыли, там, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И поздней ночью, ребята, когда мы уже возвращаемся домой, все равно они с нами постоянно над головой. Жаль, что GoPro не может передать это. Это, между прочим, борт SkyUp полетел, Ливерия, это самое, мама, Шахтаря. Папа, я вам еще пофоткаю их и скину фотки, ребята. Так, ребята, 6:20 утра, видите? Это тут такое постоянное, это только мы проснулись. Вот. Для тех, кто вообще такой задрот, любит самолеты, вот можете... Рай тут. Посмотреть, я, например, выслеживаю их, вот такой вот программой называется «Радар 24»,
Да? Флайрадар 24. Вот летит борт. Киев, Шарм-эль-Шейх, Боинг 737, авиакомпания Ажур. Еще даже прикол, что наш номер, и тут как раз линия, то есть маршрут. У них такое чувство, что прямо над нашим номером. Вот, сейчас вам покажу. Проходит, вот он летит, видно его маршрут. Точка — это мы. Смотрите, как интересно. Телефон показывает мое месторасположение. Вы посмотрите. Посмотрите. Точка — это мы. И как раз его маршрут проходит, ну, прямо через нашу точку, через наш телефон. Вот такое тут буквально каждый час. Бывает такое, что час пик, и их буквально за час может штук 5 сразу приземлиться. Прямо над нашей головой, прямо над нашим отелем. И даже под конец отдыха. Вот. Самолеты тут не перестают летать, так что дополняют, так бы, наш отдых. Вот. Аэробуса 320, по-моему. Нема? Ма! Нема! Ма! Де? Полетів. Начинается не с кофе, а с самолета.